Хтось з ними на ти, хтось боїться з ними зв'язуватись, ну а хтось мріє купатися в них. У нас в студії адвокат, член партії 5-10. Ми почали декілька ремарок у бік суспільних питань, тому я маю це сказати. Громадський діяч, блогер Олександр Бодашко. Олександр вивчав питання грошей не тільки у теорії, а й на практиці, і жадає поділитися своїм відчуттям грошей в ефірі Русь ФМ сьогодні. Гроші вчора, сьогодні, завтра. Тема нашої передачі, вона, до речі, схожа на назву італійської картини Софі Лорени і Марчелло Мастрояні. Дивились ви її? Не пам'ятаєте такої картини? Не пам'ятаю. Там є три сюжети, до речі, які також крутяться навколо грошей. А от чи дійсно гроші змушують цей світ обертатися? От для мене це питання, адже я вважаю, що не все можна купити за гроші, а от для вас. Обертатися. То есть, каким образом они возвращаются, крутятся эти деньги и так далее. Вот посмотрите, только что в перерыв у нас звучала песня Money группы Pink Floyd. Именно это прекрасные роялти, которые они получают в качестве вознаграждения за созданный ими продукт. Они это создали, этот продукт. И сколько бы раз мы его ни крутили, сколько бы раз мы его ни слушали, в любом случае создатели и правообладатели данной композиции, они всегда будут получать деньги. Всегда, абсолютно. Поэтому деньги, конечно же, оборачиваются. Есть такое еще понятие, как красивые деньги. Об этом уже говорят люди, которые сидят наверху, выше всех нас. Что это означает? Красивые деньги – это приобретение произведений искусств, картины, галереи. Мы видим эти ошеломляющие аукционы, ихние цены. То есть то, когда мы слышим, что лот какого-то художника стоит, скажем, 15 миллионов долларов, мы абсолютно не понимаем, о чем идет речь. То есть как можно такие деньги выкладывать за квадратный метр, назовем это так по-простому, полотна. И тем не менее люди вкладывают в это деньги, имея избыток денег. Они все-таки стараются создавать вокруг себя мир той сказки, возможно, которую они в детстве не успели дожить или пережили и хотят возвращаться в этот мир вновь и вновь. И поэтому красивые деньги – это именно тот же прекрасный автомобиль, дорогостоящий, или та же самая недвижимость, тот же самый, скажем, костюм, который вы купили деловой, или часы дорогие швейцарские. Именно вот красота денег и заключается в том, что приобретать и окружать вокруг себя с помощью денег, вокруг себя именно теми вещами, которые вам нравятся. Я уверен, что все слушатели на самом деле любят деньги, и вы все любите себя окружать самыми красивыми, как вы считаете, вещами. Но степень красоты у нас определяется у всех по-разному. Это уже дело вкуса. Поэтому деньги на самом деле оборачиваются в мире таким образом, что благодаря деньгам, которые являются посредником, специфическим товаром, мы имеем возможности приобретать, опять-таки, товары, работы, услуги и пошлины. И один из тех принципов, о котором я рассказывал, то я хочу сказать, что если вы имеете хобби какое-то, свое любимое занятие, если вам нравится говорить, если вам нравится создавать какие-то вещи, продукты, товары, то, конечно же, если вы найдете в этом способ заработка, если вы найдете и определите для себя, как на этом заработать, возможно, подсказки, смотрите, в интернете есть куча успешных историй, самих людей, которые этот путь прошли, там различных подсказки есть, варианты бизнеса, то на своем хобби я уверен, что вы сможете в любом случае рано или поздно заработать. Поэтому вы всегда, даже если когда думаете об успехе, то вы всегда знаете, что соединив несколько таких главных ключевых вещей, что брать на себя ответственность, не бояться вставать и идти, объединять свое любимое хобби, любимое занятие, предлагать себя какому-то другому человеку, юридическому лицу в плане того, что ты можешь ему предложить, товар, работа и услуга, то в любом случае, рано или поздно оно выстрелит, и находясь в удачном времени, в удачном месте, ты в любом случае сможешь заработать деньги, ты сможешь иметь успех, и каждый день ты должен и обязан происходить и проходить этот путь, и эти ступеньки подниматься на олимп своего успеха. Потому что те молодые истории, сегодня миллиардерами становятся люди до 30 лет. И, конечно же, оборот этих денег происходит в сфере информационных технологий. На сельском хозяйстве, опять-таки, не заработаешь, и на металлургии, в шахтах тоже не заработаешь денег. Да. Ну, кто же мая працювати в шахтах? О, к сожалению, это у нас тяжелый вопрос, да, он такой сугубо политический, сугубо социальный, но люди должны зарабатывать, но опять-таки... Ну, я зрозуміла, що ви маєте на увазі, що всі мають право і можливості жити гідно, жити так, як вони бажають того. І я так розумію, що ви пропонуєте от всі свої можливості, всі там риси характеру, вміння, навички обертати на гроші. А я б от хотіла поговорити, і взагалі, що гроші – це добре, я так думаю, що всі
розуміють, що гроші – це там якісь приємні речі, красиві і так далі. А от про інший бік, сьогодні особливо цікаво про це говорити, сьогодні Хеллоуін, от, і таке питання, чи гроші – це добро чи зло? Да? Це таке вічне питання, яке постає. От ви сказали, що гроші – це добре, гарно, красиво, і ми про це знаємо. А от про інший бік, чи не боїтесь ви стати залежним від грошей, опинитися в тому стані, коли не ви, а вони будуть керувати вашим життям, вашим часом? Насправді це страхи багатьох людей. Тобто гроші – це залежність, це відповідальність, яка забирає масу сил, часу і іноді бере те, чого ми не хочемо віддавати. Це час на наших близьких, це якісь такі справи, які ми не помічаємо або забуваємо, або не встигаємо у гонитві за гроші, за наше благополуччя, за наш добробут. Да, да. То есть я хочу сказать, что деньги на самом деле не являются злом, потому что имея деньги, человек, он на самом деле не имеет значения. Деньги не делают по своей природе человека плохим, они оголяют его пороки. То есть те пороки и те, скажем, ошибки, которые допускаются в жизни, они не всегда связаны с деньгами, а наоборот с отсутствием денег. Потому что посмотрите, сколько можно добра сделать с помощью денег. Посмотрите, Билл Гейтс, он отдает все свое состояние, фонд, свой благотворительный фонд, который создал. К нему присоединился самый богатейший человек, Уоррен Баффет, который также все свои миллиарды после своей смерти он отдает в этот фонд. То есть благодаря деньгам сегодня можно спасать мир. Сегодня можно себя в конце-то концов спасать и не оставаться вот внизу, скажем, опять-таки этого общества. И я более того скажу, что даже вот у нас вот такие существуют принципы понятия того, что стереотипы вот такие негативные, что деньги делают людей плохими, и деньги – это зло. На самом деле деньги – это добро, деньги – это всегда позитив, потому что так всегда говорит тот человек, который никогда не имел достаточной суммы денег, чтобы ими правильно распорядиться. А правильно распорядиться – это значит, опять-таки, превратить деньги в деньги простым, добрым, понятным путем. Вот и все. Ще б я хотіла поговорити про таку річ, як гроші стають от сьогодні, да, якщо говорити про сучасність, елементом маніпуляції. Тобто ми от часто кажемо, гроші можуть все, можна купити все за гроші. Насправді, чи так це, чи не стаємо ми залежними, коли, от, наприклад, у нас з'являються от в нашому сучасному житті такі от прості приклади – кредити. Да? Да, кредити. І ми стаємо залежними. Да, да. Это было до 2008 года, 2009 года. Сейчас ни один банк вам кредит не предоставит. И правильно, мы являемся зависимыми, чтобы не сесть на вот эту кредитную иглу, так называемую. Поэтому мы должны понимать, что если же и кредиты мы получаем, то кредиты бывают и разделяются на несколько элементов, как положительные кредиты, так и отрицательные. Если же мы предоставляем или же берем кредит на какое-то дело, скажем, на открытие бизнеса, где мы составили уже кучу бизнес-планов, мы нашли партнеров, мы нашли помещение, мы нашли оборудование, мы нашли рынок сбыта и в первую очередь нашли того субъекта, которому необходим наш товар или же услуга, то в таком случае стоит взять кредит под обеспечение только этого бизнеса. Никогда не обеспечивайте взятый вами кредит тем жильем, в котором мы проживаем, в котором вы проживаете, потому что сегодня все суды завалены вот этими кредитными спорами между банками и физическими лицами. Но, к сожалению, сегодня наша банковская система не дает кредит обычным гражданам. Мне никто кредит в банке не даст. Я сегодня пойду, попрошу, дайте мне кредит. А если и дадут, то под 25-30%. Это невозможно просто, да, такие кредиты иметь. Ну і хотілося б поговорити про майбутнє трішечки, не так багато часу у нас вже залишилось. От ми вже всі звикли до безготівкових розрахунків там в магазині за допомогою карток. І ось також цікаво, Роберт Мандел, лауреат Нобелівської премії з економіки, передбачив, що у 2040 році світ може опинитися на порозі створення єдиної валюти. Її основою можуть стати грошові одиниці Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Японії. І назвав її цю гіпотетичну валюту DEI, тобто долар, євро, єна або інтор. Ось такі прогнози існують. Є там електронні гроші зараз існують. От взагалі, що нас очікує в майбутньому грошовому плані? Возможно, Роберт Мандела, который вы озвучили, он немножко ошибается, посмотрев 2040 год. Я хочу предсказание сделать, что это состоит раньше, намного раньше. То есть та программа нашего президента Украина 2020, то я считаю, что к 2020 году достаточно у нас
хватит в мире, но это появление в мире будет именно тех рынков, самые богатейшие свободные государства, и там у них будет появляться такая система, что деньги в нашем привычном, обычном материальном эквиваленте, то есть денежные, бумажные, возможно, опять-таки, те же самые драгоценные металлы, они будут отходить. И наше понимание денег, электронных денег, оно с каждым днем должно мы все больше и больше образовываться и понимать, что нам светит. Если мы говорим сегодня, Елена, о электронных деньгах, то мы должны четко понимать, что сегодня фактически этот мир уже существует, но почему-то он в Украине полностью блокируется и полностью невозможно те платежные электронные существующие системы, так называемые фиатные системы, потому что есть фиатные и нефиатные. Фиатные — это то, что государство регулирует и контролирует именно рынок электронных денег и само говорит, что быть, то есть что будет. Расчет производится в национальной валюте. А не фиатные платежные системы, это, пожалуйста, наши веб-мани, которые мы знаем. Киви кошельки, там Яндекс.Деньги, вот, опять-таки EasyPay и так далее и тому подобное. Поэтому мы должны понимать, что сегодня мир, информационные технологии сделан так, что имея с собой электронные деньги, мы сможем приобретать товары, работы и услуги. Чем я, в принципе, и сегодня так и занимаюсь. За свои услуги я, допустим, могу получить 150 WebMoney украинского эквивалента. Пожалуйста, я предоставил, накопил их на WebMoney украинский кошелек. Сейчас рассказываю, да, небольшой моментик. Потом я внутри этой системы, то есть сама платежная система, я внутри этой системы перевожу гривны, перевожу в доллары по курсу, который указан в долларах. Итого на моем кошельке долларом накапливается, к примеру, сумма в размере $200. Теперь вы зададите себе вопрос, как электронные деньги перевести в живые деньги, как их получить? И тут постает ответ. Мы используем те же самые привычные нам, кому привычные, кому нет, социальные сети. Я всегда говорю, если вас нету в интернете, то вы отсталый человек. Вас не існує взагалі. Вас не существует абсолютно, и вашего бизнеса, и вас там нету. Поэтому, допустим, я имею $200 на долларовом кошельке в WebMoney, я просто беру и кидаю эту информацию в интернет и говорю, ребята, кому нужны в WebMoney доллары? И мне приходит, вот буквально недавно я это сделал, и мне приходит ответ, говорит, по какому курсу ты продашь? Я смотрю, официальный WebMoney, допустим, продает за 13, то есть он бы купил в гривнах доллары по 13. Я ему продаю по 12.80. И он у меня покупает определенную сумму по 12.80. Каким образом? Он берет на карточку моего приватбанковскую карточку, перечисляет эту сумму денег, соответственно ему, я когда увидел, что деньги мне поступили, я ему эти WebMoney сумму перевел на его кошелек, пошел с этой карточкой, посидел в ресторане, оплатил бензин, приобрел какую-то вещь детям, приобрел супруге любимую сумочку для нее, да. И таким образом я нормально рассчитался. И сдачи себе на карманы 100 гривен достал. И вот, пожалуйста, цифровые электронные деньги я перевел в настоящие бумажные деньги. Матеріальний мир, то, о чем мы привыкли. Да. Олександр, я вот нарешті пішли в такі конкретні речі, як можна це зробити. Це мені подобається. Прекрасно. Але часу не вистачає. Настанок хотіла, це нехай буде і запитанням, і побажанням водночас. От що треба змінити коротко в собі, в суспільстві або грошовій системі, аби ми завтра жили краще. Что треба сегодня изменить? Вот так. Сегодня мы должны все понимать и, конечно же, общаться с интернетом. Телевизоры выключаем все поголовно и смотрим, читаем исключительно интернет. И причем информацию... И радио слушаем. И радио обязательно. Радио Рось FM слушаем. FM 91.4 волна. И мы должны понимать, что сегодня интернет дает нам возможности... Те, которые не имели наши родители, к примеру. Мне вот 30 лет. Мои родители никогда не имели этой возможности. Сегодня они и сами не совсем умеют пользоваться интернетом. Поэтому, скажем, существует некий закон Паретта. Я вот назову нашим радиослушателям, прочту его. То есть 20/80. Я вам хочу сказать, что 20% ваших усилий дают 80% результат. А остальные ваши 80% усилий – лишь 20% результата. То есть благодаря интернету на самом деле сегодня можно совершить всего лишь 20% усилий для того, чтобы получить 80% результат. А то, что мы бегаем, допустим, каждый день на работу, бегаем по утрам, сейчас зима, смотрите, Украина живет в не очень хороших климатических условиях, с температурой перепада 50-60 градусов по Цельсию. И поэтому мы должны понимать, что интернет сегодня нам предоставляет великолепные услуги, великолепные возможности для зарабатывания денег. И люди, которые уже давно это поняли, то они именно живут по закону Паретта, вкладывая 20%.
20% собственных усилий для достижения 80% результата. Поэтому, опять-таки, прогнозируя наперед, думая о том, каким образом и где у нас будут накапливаться деньги, каким образом мы будем производить операции с помощью денег, обмениваться этими уникальными единицами, то мы должны понимать, что, возможно, Елена, у нас будут являться еще биометрические показатели. То есть достаточно нам будет вживить вот этот микропроцессор, отпечаток пальцев будет, сетчатка глаз. И вся история кредитная, некредитная будет. Да, да, все, не надо бояться, не бойтесь рассказывать, да, не бойтесь рассказывать всему миру, заявлять о том, что вы взяли кредит или не берете кредит. Говорите о себе, заявляйте о себе, это уже тоже часть успеха. И мы должны понимать, что такие биометрические показатели в будущем, которые возникнут, это именно голос, ваш почерк, отпечатки пальцев, сетчатка глаза. Это будут уникальные инструменты, с помощью которых мы сможем заключать сделки, зарабатывать деньги. Ведь вспомните, пожалуйста, презентацию телефона Apple, когда в 2001 году Стив Джобс вышел и сказал, презентовав Apple 1, у нас есть уникальный инструмент, с помощью которого мы сможем добиться успеха. И он показал руку свою, кисть руки, 5 пальцев. Все. Это самый лучший инструмент. И поэтому голова, ваши руки, ваши знания, ваш круг общения именно позволят всем вам зарабатывать деньги. Дякую вам. Всі в інтернет. До речі, там також можна послухати радіо Рось ФМ. Сьогодні ми говорили на нашій хвилі про минуле, теперішнє та майбутнє грошей, як таких, з адвокатом, членом партії 5-10, громадським діячем, блогером Олександром Бодашко. Дякую вам. В студії працювала Єліна Захарова. Будьте багатими у всіх сенсах і до нових актуальних тем. Спасибо большое. Всі говорять про те, що турбує.